오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵. Чувствуешь, как уходит боль, как уходит болезнь и зараза, в которую ты превратился. Неужели ты думал, что надев эту маску и с помощью своих этих идиотских танцев ты сможешь заставить этих людей переживать за тебя? Когда последние полгода я проигрывал все матчи, когда последние полгода я не мог смотреть на себя в зеркало, где вы были? Можете быть уверены, что теперь все изменится. Что? Кто это сказал? Ты? Ты? Иди сюда! Иди сюда! Сними это! Ты подсобишь рестлинг! Вы похожи на овец, которые слепо идут за ним. Вы похожи на овец, которые слепо идут за своим пастухом. Но знаете, что их ждет дальше? Знаете, что их ждет дальше? Их ждет нож мясника! А те, кто со мной не согласен, те не являются даже овцами. Знаете, кто вы? Вы марионетки, которые слепо поклоняются каждому, кто ими управляет. Теперь это мой театр. Теперь вы мои марионетки. И теперь я буду дергать за веревочки, и вы будете делать все, что скажу я. Я ненавижу вас всех. Я ненавижу вас всех и каждого по отдельности. И до тех пор, пока вы это не поймете, пока ты этого не поймешь, пока ты не поймешь, насколько ты жалок, пока не поймешь, что тебе здесь не место, я буду возвращаться снова и снова и снова и снова. Ронь, мужик, что с тобой случилось? Что это было? Со мной? Со мной все отлично, Антон. Да, по-моему, не видно. Со мной все прекрасно. Послушай, ты знаешь меня, правильно? Ну, наверное, уже нет. Баб, я тебе все объясню. Понимаешь, последние полгода я был сам не свой. Я проигрывал всем подряд. Я не мог смотреть на себя в зеркало. Но теперь мне лучше. Это как визит к психиатру, понимаешь? Или свет в конце тоннеля. Только мне не надо было 12 шагов, чтобы стать лучше. Ты о чем вообще? Мне нужен был только один шаг. И этот тут шагом стал удар цепью по его голове. Как ты себя чувствуешь после этого? Подожди. Ты помнишь свой самый счастливый день в жизни? Ну да. Так вот это лучше. Когда я ударил его, я как будто заново родился. Понимаешь? Я новый человек. Жизнь прекрасна, Антон. Ты должен быть счастлив за меня. Ты счастлив? Я дам тебе время подумать. Ты знаешь, что ты расстроен. Но жизнь прекрасна, Антон. Жизнь прекрасна.